А вот это старая купашка. Дедушка прям. Местами не мог. Сейчас не за. Женька, ты что работаешь сегодня? Женька, ты ремонтируешь на работе. Ну здесь вокзал ремонтируют. Короче, туалет пошли искать. А пить один потом, пожалуйста. У тебя проблема вечно попить, да? Просто пить охота. Укладывают какие-то картины из плитки. Че, Лёш, куда собираешься? А? Куда собрался ехать? Я на отчет. Паша еще приехал. Народу, конечно, на вокзале тьма. Потолок красивый такой. Не было, да? Не было. Я вот даже не помню, какой там был потолок. Вообще потолка не было, по-моему. Или был ли. Ну, красиво сделали вообще. Здесь, кстати, лучше слышно. Здесь, кстати, лучше слышно эту женщину, чем там. А лестница-то там? Лестница в другую сторону. Обратно идем. Со всю ремонт. Здесь заборы какие-то. Ты, Лёш, прямо туриста смахиваешь так сильно. Второй путь налево. Ой, блин, чуть не упала. Воздух, ты видишь. Вообще санцепёк. Какого гонца? Седьмой. Пах, когда этот квест сделаем, а? Я как смотрю на эту лестницу, я думал, она с той стороны, она здесь оказалась. Я тебе сказал, откуда она там появилась, каких веков. Ты чё? Вот пришел поезд, седьмой вагон у Риты. Поезд какой? 208-й, что-то такое. Новокузнецк, Владивосток. Жара, смотри-ка. Солнечный, блядь. Солнечный, блядь. Если ты в поезде не уехал. Это раньше нельзя садиться. А раньше то все выдохнули. Интересно, очень видно. А что, так интересно, да? Веселее. Пиацу-то позвони. Давай сейчас позвоним. Че он где? Плацкал. Ароматно тут. Очень ароматно. Че? Не, вагон с розеткой. Твое? Да нет, чё там? Че, куда? Сейчас я вниз поставлю. Ставь, Лёша, вниз он. А тут что-то уже стоит уже что-то? Ну что, это ж мое место. Давайте я там уберу, там моё место. Заедем. Сейчас здесь каждого заедут. Вон тут вообще есть стоп-кран для пятияшек. Вон еще второй стоп-кран. Я тут вас снимаю параллельно. Плацкарт, романтика. Поезд подъехал, Пекин, Москва. Ой, здесь китайцы прямо, смотри, проводники, смотри. Пекин, Москва, это они сейчас в Пекин едут, значит?
О, туристы какие-то, да, смотрите, туристы. Москва или Пекин? Нет, он с Пекина, или в Пекин идет, куда в какую сторону? Пекин. В Пекин, да? Написано, знаете, что это? Я тоже первый раз вижу. По-китайски написано все. Это все же мечтают поехать по Танцзибу. А, да? А что, мы туда? Поехали. Поедем уже в Пекин. Поехал из Китая. Ну, тут... Алиэкспресс приехал. Алиэкспресс? Две недели, короче, едешь, кайфуешь. А багажный поезд, он отдельно идет, да, от пассажирского? Впереди идет. Впереди он. А багажный что-то только один. Понятно. Из самого Джеки Чана сделал. Ну вот, увидел. Потом суши будешь, разделенным пополам. Очки ровнишься, делаешь. Тоже интересно проводником работать, да? Много национальной, ну, интересно. Со всеми познакомишься разными. Русские? Ну, это иностранцы, все так стоят, смотрят. Ну, как эти, знаете, как-то роботы. Ну, я сейчас камеры стою. На каком языке? Итальянский? Француженка. Французский. Французы, значит. Так, красивый язык такой. Такой прям красивый. Как будто поют они. Да, да, как будто поют. Прикольно. Что-то не знаю. Мы не знаем, что. Скажи, Елена, ребят. Гарсо. Гансо. Как там? Вот иди подойди. Жемапель Леша, ты же знаешь, иди. Я тебе контент. Чтоб контент, давай, иди. Что ты скажешь? Бонжур. Бонжур. Жемапель Артем, скажи. Ага. Они так интересно прощаются, целуются. Нет, когда целуются вот, вот так, смотрите, один целует, а один второй не целует. Он просто в ухо чмок делает. Звук просто чмок. Ну, в принципе, и русские тоже так же делают. Команцева. Свои видите тоже. Команцева, вспомнишь. А у нас тише пока. Тише. Тише. Сейчас ты сказка. Как они сейчас разговаривать будут? Проводники китайцы, они французы. Как они общаются? Вот так вот? Пальцами? Жестами? Да. В принципе, сейчас в телефонах переводчики есть. Открыл, включил, произнес, нажал, все готово. Проблема-то. Мне кажется, с проблем нет с телефонами. Все, Рита села. Пошли поищем, где ее место. Нет, дальше. Дальше, дальше, дальше. Где-то здесь. Не знаю, где-то здесь. Где-то вот здесь. Вот здесь где-то она. Че, где она? А вот здесь она, вот. Че они там стоят? Она здесь стоит вот. Да, пойдем туда по имени. Одна. Пока. Там сколько мили, да? И там, когда поедешь, туда, туда иди. Я там проеду. В конце поезда, да. Ну, для него бежать вообще. Ты уже, наверное, как лыжи. Я реально тут в туалет сходил. Капать что-то. Да, так вот бежать, так вот, ё-моё. Зачем сюда? Вот здесь вот, в вагоне. А, ну да, вот это. Ну нет, да. Нет, ты чё? Как лыжи. А тут что-то лица такая, что ли? Ама. Чё? А что там за еда такая лежит? Еда продается.
Да не водой, он говорит, что там за еда лежит он. Там продавал сникерсы там какие-то. Берешь, хватаешь, убегаешь. Потом в милиции до выяснения отстоят. В общем, этот поезд идет в Китай, и этот в сторону Китая. Ну-ну-ну. Благо сейчас находится рядом же с Китаем. Тут-тут-тут. Так, что-то тут происходит. Движение какое-то. Автоматы стоят. Поезд управляет вперед, назад. Там электроники, блядь. Да. Сейчас тут-у. Да? Дядечка сейчас не успел бы. Парень, ну ничего себя не снимает еще. Рискуем по-быстрому, давайте. Че, куда нам? Где-то где стоит? Нам туда? Че, куда? Домой куда? Ну, ждем костюм. Мороженку купил. А? Не, ну завтра. Сейчас мы к вам поедем. Каждому будет свой. Садик или школа? Крепкий же дом тоже. Сталин. Смотрите, как же. Вчера ездили. Дома. Лёша Батон. Артём сейчас там на ютубе смотрит. И у нас пошел ливень. Ура, ура. У нас такой классный ливень. Мы вообще завтра собираемся поехать за грибочками. Посмотреть. Ну, я думаю, что после такого дождя самое то за грибами ехать. Сегодня такая жара была. О, так свежо на улице, хорошо. Вот всегда бы такая погода была. Сначала жара, а потом... Как будет дождь, зарядит к вечеру. Идеальная погода просто. И все бросло. И, конечно, единственный минус, наверное, комарье. Вот вчера так как раз мы комариков покормили. Вон дождик. Лешка предложил сделать лимонад. Что они слойки делали? Еще Рита тут оставила рогаликов. Думала, она сейчас заберет. Нет, оставила все. Сочни, по-моему, да? Да, сочни. Буду делать сейчас лимонад. Мята у меня здесь, лимоны и вот такая вот балканская вода. Вот такую берем газированную, очень классно освежает, кстати, летом. Сейчас буду делать. Еще сделаю виноград кишмиш, дам степальчики чуть-чуть пожевать. Вчера к шашлыку брали вот этот красный лук, да чего вкусный, прям с шашлыком идеально просто. Так, ну все, лимонад я сделала. Здесь у меня мята, лимон и чуть-чуть добавила арбузного сока. Покупали арбуз, ну, на Байкале вчера. Кушали его, и несколько, у меня долек осталось, 3 штучки, наверное. Я
выжила сок и сюда добавила. Сейчас еще добавить можно сахарку, чуть-чуть для вкуса. И все, я кипятком все сначала это шпарила, добавила воды горячей, мята, лимон, подавила. Сок вышел, еще лед, видите, у меня есть плавать. Сейчас поставлю в холодильник. Вкуснота.